Шалом, возлюбленные! Мир всем вам из Индонезии. Мы в программе «Время для исцеления» продолжаем молиться о том, чтобы эта программа благословила и восстановила каждого из вас. А теперь давайте принимать благословение через хвалу и поклонение нашему Господу. Engkau kekuatan, Engkau perisai di dalam hidup kami, Tuhan. Oh. Ayo yang hidup bagi Tuhan, katakan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Nah Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekeliling. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan cepat. Kaulah sahabat Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sungguh aku, oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus. Hidup yang kupilih
kuasamu karena kehebatanku. Oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar. Yesus, Yesus, Allah sahabat. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh, Yesus, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu. Siap lompat lebih tinggi. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabat. Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku, sumber kuatku. Katakan, oh sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Engkau kekuatan kami. Sorakan haleluya. Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание из Слова Божьего, которое подготовил пастор Ника. Пусть Слово Божие направляет нас и приносит мир в нашу жизнь. Мы ощущаем тебя на этом месте, Ава. Сейчас ты прикасаешься к нам одним за другим. Ты исцеляешь больных, ты освобождаешь пленников, ты утешаешь сокрушенных сердцем. Ты укрепляешь слабых, ты даешь новую надежду. Иисус, ты благ. Ты благ ко всем нам. Отче, ты открываешь нам свое сердце через уста своих слуг. Помажь своего слугу Авва, чтобы мы сидели в тишине рядом с тобою, слушая твои послания. Мы молимся во имя Иисуса. Давайте вместе скажем на это «Аминь». Давайте поаплодируем Господу. Скажите «Да». Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Шалом, возлюбленные во Христе. Возлюбленные, мы, будучи христианами, должны всегда помнить, что мы невеста Христова. Аминь, возлюбленные. Я Божий солдат. Это тоже правда. Я друг Божий. Иногда мы думаем, что раз мы являемся друзьями Божьими, то можем жаловаться. Мы соработники Божьи. Это хорошо. Мы дети. Но не забывайте также, что мы слуги. Мы также слуги. Мы слуги. Мы слуги. Мне 69 лет. Господь обратился как-то ко мне и сказал: «Ника, помни, что ты мой слуга». Господь показал мне это. Возлюбленные, почему Господь просит нас быть Его слугами? Потому что Господь Иисус сам был слугой. Он стал слугой. Я хочу, чтобы мы прочитали об этом вместе. Давайте прочитаем вместе. Филиппийцам 2 глава с 5 по 11 стих. Итак, давайте читать. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Вы готовы сказать «Аминь» на это? «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной».
Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос — славу Бога Отца. Давайте поаплодируем Господу! Давайте поаплодируем Господу! Давайте вернемся к этим людям, к трем сотням, к армии Гедеона из 300 человек. Господь дал им оружие. Какое оружие? Первое — это трубы. Им дали пустые горшки, а еще факелы. Факелы были в горшках. Затем Господь сказал Гедеону: «А вот что тебе нужно сделать. Когда ты столкнешься с врагами, не нападай на них. Гедеон, у тебя очень много человек. Что ты должен сделать? Ты должен разбить горшки. Должен разбить пустые горшки. Ты должен разбить земные сосуды, чтобы открылись факелы. Тогда возьми факел в левую руку, а в правую — трубу, и подуй в трубу». Что случилось? Возлюбленная, что произошло? Внезапно в лагере мадианитян возникло смятение, и они поубивали друг друга. В итоге победа досталась израильтянам. Давайте поаплодируем Господу. Поаплодируем нашему Господу. Возлюбленные во Христе, этим людям и нам в первую очередь даются трубы. Они говорят о молитве, хвале и поклонении в единстве днем и ночью, для того, чтобы восстановление скинии Давидовой, которое Господь дает нам, было эффективным, в земных сосудах должны быть факелы. Эти сосуды нужно разбить, раздробить на кусочки. Для чего? Чтобы огонь Христа, а не нас, открылся через них. Земные сосуды нужно разбить. Но для чего? Опять же, это нужно для того, чтобы то оружие, что Бог дает нам, восстановление скинии Давида, было эффективным. Это оружие, которое Бог дал нам. Вот почему мы должны быть готовы разбиться, сокрушиться. Ваше «Аминь» звучит отстраненно и тяжело. Совсем не слышу вас. Для чего это нужно? Чтобы в нас явился Христос. Господь желает, чтобы мы уменьшались, а Он увеличивался, не воинством и не силой, но Духом Божиим, так говорит Господь. Вот чего желает Господь. Вот чего Он жаждет. Прославим Его. Bukan kuat, bukan gagah, bukan kuat, bukan gagah.
«Возлюбленные, я не знаю, какая гора перед вами. Если гора кажется высокой, не бойтесь, потому что Господь понизит ее. Духа моим, говорит Господь. Не используйте свою силу. Не используйте свою силу. Вот почему мы должны быть готовы сокрушиться, чтобы сказать эти слова. Oleh rohmu kata Tuhan Tuhan kami bertapa mulia Namamu di bumi Tuhan kami bertapa mulia Namamu di bumi Tuhan mulialah namamu Tuhan mulialah Пожалуйста, садитесь, возлюбленные. Я помню, когда получил эти места Писания. Я помню свой жизненный путь, путь этой церкви. Это то, что Господь сказал мне. Я верю, что это касается и вас также. Мы сокрушаемся. Но для чего? Чтобы не воинством и не силой, но духом моим. Чтобы Господь являлся... а мы уменьшались, а Он возрастал. Вы должны понять, почему иногда Господь допускает, чтобы в нашей жизни были трудные времена. Я помню, как в прошлом, возлюбленные, Господь избрал меня в качестве инструмента для восстановления скинии Давидовой. И Иисус попросил меня записать несколько песен. Это был первый сборник. Я помню, что он назывался «Кровь Иисуса». Господь дал мне несколько песен. Возлюбленные, прямо в день записи альбома я сильно простудился. Это был мой первый альбом. И за его запись платил не я, а продюсер. Он подготовил студию и заплатил за все. Я не мог просто отменить запись. Я пришел туда, но мой голос был просто ужасен. Но я заставил себя петь. И с невероятным усилием я попытался спеть песни одну за другой. Иногда между песнями я пил воду с тамариндом. Из-за того, что я пил так много воды с тамариндом, мой желудок надулся. Мне приходилось пить воду каждый раз, когда голос не хотел звучать. После окончания записи я сказал «Слава Господу!» Я не сказал это вслух, я просто подумал «Слава Господу!» «Слава Господу!» Я не знал, сколько еще это будет длиться. Так вот, возлюбленная, я помню, что когда альбом должен был выйти, меня попросили прийти и помолиться. Я помолился. И тогда они спросили «Пастор Ника, а вы хотите услышать этот альбом?» «Нет-нет, не хочу». «Что? Почему, сэр? Он получился хорошим». «Нет-нет, не надо». Я знал, насколько ужасно звучал мой голос. Я просто забыл об этом. Но 3 месяца спустя я услышал, что люди говорят об альбоме. Это удивительный альбом. Он творит чудеса, люди каются, получают исцеление. Когда я услышал это, возлюбленное, то подумал... Неужели это правда? Нужно послушать этот альбом. Я послушал его. Мой голос действительно звучал ужасно.
Но так как мой голос звучал ужасно, то не воинством и не силой, а духом моим говорит Господь. Возлюбленная, если бы мой голос звучал прекрасно, то многие слушали бы его, просто потому что он хорошо звучал. Но так как мой голос звучал ужасно, происходили чудеса. Иногда так происходит с нами, возлюбленные. Это нормально. Иногда мы хотим быть идеальными, пытаемся делать то, и это точно так же бывает и за кафедрой. Мы готовимся, тренируемся, но когда мы выходим за кафедру, то не всегда все идет по плану. Я не сказал то, что нужно, мои слова не были достаточно красивыми. Забудьте об этом. Правда, забудьте. Так часто бывало и со мной. Я часто думал, что моя проповедь не была достаточно хорошей. Но люди приходили и говорили: «Сэр, ваша проповедь благословила меня». Что, правда? А когда мне кажется, что все прошло идеально, никто не подходит ко мне. Возлюбленные, действительно, посреди нашей слабости, нам нужно не воинство и не сила. И когда я услышал свой голос, то удивился тому, как он звучит. Я был поражен. Помните, иногда мы пытаемся спланировать все идеально, но у Господа иной взгляд. Если вы хотите, чтобы Господь использовал вас все больше и больше, забудьте об этом. Иногда я пытался расставить в своей проповеди все идеально, но когда я начинал, проповедь звучала как-то странно, но я говорил: «Ничего, теперь я не переживаю по поводу того, как звучит моя проповедь, потому что вопрос не в том, как хорошо или плохо она звучит».
мы прославили, поклонились и послушали Слово Божие. И в благодарность Богу за спасение, которое мы получили в Иисусе Христе, давайте продолжим жить свято и угождать Богу. Это приятно Его сердцу. С вами сегодня был Билли. Увидимся через неделю.